Всем привет! Никак не получается у меня нормально сесть записать видео, поэтому такое, как обычно, полублоговое. Да, и это видео тоже будет, понятное дело, все обрывочное, из кусочков сделанное. Постараюсь сильно не разглагольствовать, а рассказать все по факту, что, кого, куда и как. Этот ролик не будет нести какой-то полезной информации для, ну, в плане, как обычно, да, обучения там геймдеву и прочей истории. Если вы случайно на него наткнулись, то он для вас максимально бесполезен. Если вы все-таки кто-то из подписчиков, кто примерно хотя бы пытается понимать, что у нас тут происходит, то, в принципе, возможно, вы что-то полезное для себя узнаете. Я расскажу, где я все это время пропадал, что случилось и какова вообще судьба канала и что ждет в дальнейшем. В целом, перспективы среднеположительные с уклоном в отрицательность. Начнем с самого насущного. Что нас ждет дальше, господа? А дальше нас с вами ждет кромешный пиздец. Если вы не следили за новостями, то советую погуглить. Если следили, то все прекрасно знают, что происходит с Unity. Опять-таки, по последним новостям они дали заднюю, но, как по мне, тенденция налицо, и имеет смысл слать их нахер. Примерно так. Несмотря на то, что я работаю в этом движке уже больше 10 лет, но, видимо, будем осваивать какие-то новые варианты. Сейчас понятное дело, что первичный прицел идет в сторону Unreal, а дальше посмотрим, то есть на какое-то время я опять сейчас пропаду. И когда вернусь, то все будет скучно, грустно, неинтересно. И вот как-то так. Так, а теперь к более прозаичным вещам. Ну, то есть, понятное дело, что если я все-таки решаюсь сменить движок, то продолжение ролика про пошаговую боевую систему, ну, ожидать не стоит. Что хорошо в программировании, так это то, что, в принципе, если ты шаришь в алгоритмах, то написать ты эти алгоритмы сможешь на любом языке. Поэтому воспроизвести все это безобразие, я думаю, по крайней мере, пока не столкнулся с реальностью, что смогу и на других движках. Посему, возможно, если все пойдет хорошо, цикл роликов будет перезапущен просто с участием другого движка. Пока предварительно это либо Unreal, либо Godot. Еще есть вариант там Unigine, не знаю, где там у них ударение после общего. Еще из интересного, ну, если кому-то действительно интересно, да, то могу рассказать, где я пропадал все это время. Началось все с того, что после последнего ролика я твердо уверился в мысли о том, что мне не хватает квалификации и знаний для того, чтобы реализовать все свои задумки. И я начал искать способы повышения этой самой квалификации. Я пообщался с тремя онлайн-школами, целым крупным. И все они мне ответили, что они меня ничего не дают. По итогу вопросов там о моем уровне, по итогу моих пояснений, что меня интересует, мне сказали, что они такого дать не могут чисто физически. В конце концов, в одной из этих школ менеджер сказал, что типа мужик, могу дать контакты одного чувака, он типа у нас раньше преподавал, сейчас он лид-разработчик в реальной студии, и они разрабатывают на Unity. И он подрабатывал менторством. Я думал, вот оно, это то, что мне нужно. Связался я с этим дядькой и говорю, мужик, так и так. Он говорит, давай мне свой проект, я его посмотрю. Отревьюил он мой код, дал несколько отдельных комментариев, договорились, что все, делаем дело. Я заплатил ему денег даже немножечко. И начали делать. Ну, как начали делать? Я обозначил точки, через которые нам стоит пройти. Он должен был обозначить точки, по которым нам до этих точек нужно дойти. И в итоге он пропал. Пропал на 2 недели.
Пока я не начал в откровенку бугуртить, он появился и сказал: мужик, извини, я попал в аварию, типа лежал в больнице и никак было. Я говорю: бля, чувак, чинись, все хорошо, давай жду. Прошел еще месяц, я опять пишу, типа давай. В итоге он еще 2 месяца кормил меня завтраками, и так мы с ним ни к чему и не пришли. Я в гневе описал ему все, что я о нем думаю, и пошел своей дорогой. Придя к выводу, что, видимо, что-то надо менять. Естественно, все это время, пока я его ждал, я ни черта не делал, и это была моя основная к нему претензия, потому что я не писал проект принципиально, лишь бы не нахерачить какой-нибудь говна, который потом придется переделывать. Вот здесь мы возвращаемся к тому, где пропадало остальное время, потому что в то время, пока я ждал этого товарища, я начал, ну не начал, неправильно. Я вернулся к писательству. И я издал книгу. Для начала я ее дописал, отредактировал, откорректировал, отверстал, нарисовал иллюстрации для нее. Все вот это вот добро отдал в издательство. И как результат получил готовую книгу. Справедливости ради, писательством я начал заниматься задолго до того, как начал заниматься геймдевом. Если быть точнее, то игры я начал писать где-то примерно с 2009-го, в 2011-2012 где-то я впервые открыл Unity. А книгу, вот ту, которую я издал, я написал примерно где-то в 2006-2007 годах. То есть вот последний год я занимался тем, что я ее просто приводил в чувство, чтобы она была похожа на правду. То есть, выходит, эта книжка у меня, это мой самый большой долгострой. И что приводит к нас выводу, что я так и умею долгострой заканчивать. Значит, такими темпами Остров Пандоры когда-нибудь выйдет. Вот. Что у нас дальше? Дальше, в принципе, пока ничего. Не знаю. Я сейчас активно занимаюсь писательством и изучаю новые движки. Ну, по крайней мере, сейчас пока смотрю, что вообще будет происходить. Все новости, если кому-то, конечно, вообще это интересно, будут в группе ВКонтакте, ссылочка снизу. Если кому-то интересна книжка, если вы вдруг читаете какое-то окололюбовно-романтическое фэнтези с нетривиальным концом, скажем так, то ссылочку на книжку тоже оставлю в описании. Наверное, и все, что я хотел сказать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.